Dear sportsmen, please take your GPS. Please take your GPS devices. It's less than 15 minutes before the start. Men and women, both, we invite you for your GPS device. Men, please take your GPS device before the women start. И у нас остается 14 минут до старта. Хотелось бы несколько вопросов задать вам, болельщики. Сейчас у нас развернется борьба. Давайте так вот, просто для статистики. А кто сюда первый раз приехал сегодня? Или все были уже здесь? Давайте, кто здесь еще не был? Есть такие, да, вам сегодня будет особенно интересно. Но я понимаю, все остальные имеют представление о том, как мы будем следить за ходом борьбы. И еще один вопрос, который, собственно, каждый день собираюсь задать и все время отвлекаюсь, слишком уж интересные события разворачиваются на трассе. Людей, имеющих отношение непосредственно к спортивному ориентированию, здесь много. Кто занимался, собирается заниматься, водит туда своих детей? Есть такие? Я понимаю, что здесь в основном просто любители спорта и здорового образа жизни. Интересный вид спорта, понятный для вас, для, может быть, людей, которые не знают его изнутри. Ладно, будем тогда разбираться по ходу. Еще раз просто хочется до того, как начнутся соревнования, немножко объяснить, что же мы с вами видим, что же мы будем смотреть и зачем мы будем с вами наблюдать. Будем, конечно же, по ходу соревнований комментировать, но надеюсь, при помощи нашей суперсовременной графики, при нашей видеотрансляции, все и без наших комментариев будет понятно. Но и для того, чтобы еще раз проще было ориентироваться, потому что у нас не все фамилии будет видно на графике, там будут видны зачастую национальная принадлежность, может быть, коллектива лучше. Посмотрим. Сейчас еще раз давайте женщин представим. Чуть больше 10 минут до старта остается. So it's about 10 minutes before the start. So please, women, take your GPS devices. Итак, 10 минут до старта женщин. Еще раз представляю участницу, стартующей в ближайшее время гонки. Соня Морский, номер 1, Финляндия. Мира Каскиня, номер 2, Финляндия. Дейзи Кудри, номер 3, Эстония. Эвли Кассику, номер 4, Эстония. Санна Пуса, Финляндия. Анна Улвинсен, номер 6, Норвегия. Анастасия Неверова, номер 7, Россия. Анна Выборнова, номер 8, Россия. Наталья Игнатова, номер 9, Россия. Елизавета Моисеенко, номер 10, Россия. Катерина Нейманова, номер 11, Чехия. Мария Петрушко, номер 12, Россия. Юханка Симкова, номер 13, Чешская Республика. Марта Улвинсен, номер 14, Норвегия. Вероника Картелева, номер 15, Россия. Кайса Сандер, номер 16, Эстония. Эмма Мария Бергстрём, Швеция, номер 17. Дарья Языкова, Белоруссия, номер 18. Антуанетта Дяксова, номер 19, Болгария. Даса Михалова, номер 20, Словакия. Катерина Пестова, номер 21, Белоруссия. Шиха Ватанабе, номер 22, Япония. Нацуми Шиманоки, 23, Япония. Мио Нишиката, номер 24, Япония. И Рикака Йошиока, Япония, стартовый номер 25. 10 минут остается до старта и 5 минут до того времени, как спортсмены должны быть здесь уже в предстартовой зоне, готовые выйти на дистанцию. So it's 10 minutes to start, and we ask all women get their GPS devices, and you should be at your start position at least 3 minutes before we start. 10 минут до старта заключительной, четвертой по счету гонки.
первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов здесь, на Тульской земле, в Алексине. Значимое, знаковое событие, то, что впервые первый подобный чемпионат проходит именно в России. На самом деле спортивное ориентирование пусть и не является олимпийским видом спорта, вид спорта весьма и весьма популярный и в Европе, и, конечно же, в нашей стране. Тысячи спортсменов увлекаются, занимаются этим видом спорта, и десятки ориентировщиков добиваются высочайших результатов на крупнейших международных соревнованиях. Наверное, это очень символично и приятно, что первый чемпионат подобного уровня, первый чемпионат подобного статуса проходит именно у нас на российской земле. Давно-давно не было крупных турниров в России, но что касается ближайшего будущего, в календаре, в ближайшем календаре целый ряд таких знаковых и важных событий у нас значится. Начиная с сегодняшнего и завершающегося здесь в Алексине чемпионата мира среди студентов по ориентированию на лыжах, мы готовимся уже к году следующему, к 2017-му. Красноярск уже вовсю ведет подготовку к чемпионату мира, уже к основному, главному старту сезона, к чемпионату мира по спортивному ориентированию на лыжах. В марте в Красноярске он пройдет и станет своеобразной генеральной репетицией, хотя вряд ли, наверное, стоит чемпионат мира считать генеральной репетиции, поскольку это сверхзнаковое и важное событие. Но, тем не менее, еще более важное событие в Красноярске состоится в 2019 году. Там пройдет Всемирная универсиада, турнир, который по значимости одно из важнейших мест в ранге мировых спортивных форумов занимает. В 2013 году летнюю универсиаду принимала Казань. В 2019 году зимняя универсиада будет стартовать уже в Красноярске, и спортивное ориентирование в программу этой универсиады будет входить. Так что к этому важному и серьезному старту универсиаде организаторы уже начинают готовиться, и в частности через посредством в том числе и чемпионата мира, который там состоится в 2017 году. Так что ориентирование в России будет в ближайшие годы много, и я очень рада, что мы с вами в числе первых, может быть, из числа неориентировщиков, да, знакомимся с тем, что происходит здесь, знакомимся со спецификой, с особенностями вида спорта и пытаемся понять его тонкости, благо технические средства, видео и графика помогают нам следить за ходом соревнований. Итак, 7 минут до старта, 7 минут до начала заключительного вида соревнований здесь, в Алексике, 7 минут до начала средней дистанции, так называемого мидла. Спортсмены у нас стартуют в формате масс-старта, общего старта. И этот масс-старт для женщин будет дан уже через 6 минут. Спортсмены, будьте внимательны. 6 minutes before the start. So all athletes in men category also asked to get your GPS devices in advance, just before all women leave our start. You are welcome to get your GPS devices. И большая просьба к зрителям поддерживать наших спортсменов, поддерживать наших атлетов. Особенно большая просьба поддерживать впоследствии потом и японских спортсменов, которые у нас немного отстают. Так что, пожалуйста, проявите инициативу. Помогите спортсменам преодолевать дистанцию. Будьте чуть поактивнее, грейтесь, не мерзните.
Уже можно начинать, уже можно разминаться, потому что спортсмены уже берут в руки лыжи, уже берут в руки палки. Для тех, кто не успел разглядеть еще обязательные элементы экипировки для спортсмена-ориентировщика, который на лыжах выступает, это такие так называемые столики с планшетами, куда как раз спортсмены и вкладывают карты. Те, кто здесь уже в Алексине был, сидел за соревнованиями, видели, как виртуозно делают это наши ориентировщики. Время на то, чтобы вложить карту и по дороге успеть еще проанализировать, разобрать варианты движения на первые контрольные пункты, уходит у ориентировщиков едва ли не меньше, чем у биатлониста, который после выполнения стрельбы. So it's only 4 minutes before we start, and you should proceed to clear and check SI cards procedure. And you have to be on your start position in 3 minutes, so it's only 1 minute for you. И сейчас обязательная процедура еще у спортсменов. Проверить еще одну деталь, обязательное снаряжение, электронные чипы. Спортсмены сначала их очищают, потом проверяют и только после этого уже проходят на старт. Итак, 3 минуты до начала соревнований, женских соревнований. И через минуту все спортсменки здесь должны уже выстроиться на стартовых линиях в соответствии с теми номерами, которые они получили в стартовом протоколе. И для российских болельщиков я еще раз напоминаю номера наших спортсменок. Номер 7, 8, 9, 10, 12 и 15. Анастасия Неверова, Анна Выборнова, Наталья Игнатова, Елизавета Моисеенко, Мария Петрушко и Вероника Картылева. Это российские ориентировщицы, за которых мы прежде всего болеем. Но не забывай, можно уже начинать поддерживать всех спортсменов, всех участниц заключительной гонки Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студента. Женщины, масс-старт, средняя дистанция. Примерно 40 минут потратят девушки. So, we'd like to... So, information for all athletes. Just to remind you. Pay attention which map you get in your in your table, map holder. So it should be the first leg at the map, number one. So it's 2 minutes to start. Once again, pay attention which map you get in your map holder. Don't look at your maps. One minute. Maps. Start.
So, well, last competition is beginning. As you can see, almost 25 participants in women group started today. 25 спортсменок отправляются на дистанцию, 25 спортсменок отправляются на дистанцию среднюю. Примерно 40 минут потребуется девушкам для ее преодоления. So it's about 40 minutes for the distance. И примерно через 15-20 минут мы будем ожидать спортсменок здесь, на видеоконтрольном пункте, на смотровом контрольном пункте, который располагается слева, если смотреть с трибун. И уже через 9 минут, на дистанцию отправятся мужчины. So it's 9 minutes before the men start. Don't forget your GPS devices. Не забывайте взять свои GPS, уважаемые мужчины, и через 9 минут вы также отправитесь на дистанцию. Параметры дистанции у мужчин чуть больше, если женщины у нас преодолевают порядка 7 километров, это если по прямым считать, то у мужчин 8,5 километров. Длина дистанции по оптимальному варианту у женщин 8,5 километров, у мужчин 10 километров 300 метров, у женщин на дистанции 20 контрольных пунктов, у мужчин 21, но и там, в любом случае, организаторы, планировщики дистанции предполагают, что на дистанцию у спортсменов и у спортсменок уйдет примерно по 40 минут. Итак, все внимание на старт, где уже через 8 минут, вторая группа участников отправится на дистанцию, и второй группой участников у нас будут мужчины. Через 5 минут они начнут даже меньше выстраиваться здесь, в предстартовой зоне, ну и пока представляю участников предстоящего старта. Напоминаю, что чем выше номер нашего спортсмена, тем более высокий результат он показал в спринтерских соревнованиях. Но я еще раз напоминаю, что выиграл их, так же как и гонку преследования, Станимир Беломажев, Болгария. Его номер сегодня один. Юрий Языков из Белоруссии стартовый номер 2 имеет, но, соответственно, все легко догадались, что это серебряный призер спринтерских соревнований. Якуб Шкода из Чешской Республики третий номер на старте имеет. Три спортсмена из Финляндии имеют номера с 4 по 6. Тумас Котра номер 4, Миса Тумала номер 5 и Юрий Юситала это номер 6. Латвийский ориентировщик Кевленис Рейва, стартовый номер 7. Йорген Хоген Мецлен, Норвегия, стартовый номер 8. Александр Злобин, номер 9, Россия. Иван Повышев, номер 10, также Россия. Российские болельщики, номера 9 и 10, запоминаем. Швейцарский ориентировщик Сандра Трутман, стартовый номер 11. Финляндия, Тера Линенмайя, 12-й стартовый номер. Норвежец Бёрнар Квейль, 13-й БИП имеет. Еще один россиянин, Иван Куликов, стартовый номер 14. Финский ориентировщик Юха Мартикайнин, стартовый номер 15. Российский ориентировщик Степан Жуков, 16-й БИП. Финляндия, Петер Сандален, стартовый номер 17. Сергей Шалин, еще один спортсмен из России, сегодня под 18-м номером стартует. Петр Хорват, Чехия, стартовый номер 19. Рима Рыма, Эстония, номер 20. Евгений Осин, еще один номер, который нам стоит запомнить. Евгений Осин, Россия, стартовый номер 21. Андрес Сал, Эстония, номер 22. Ларс Беглингер, 23, это Швейцария. Белорусский ориентировщик Александр Рожков, стартовый номер 24. Словак Давид Френко, 25 номер. Японский спортсмен Такуми Ишихара, стартовый номер 26. Шведский ориентировщик Мартин Левалте Хелберг, стартовый номер 27. Японец Шотаро Киши, 28. И еще два представителя Японии, Коя Гота и Масата Тода, 29 и 30 номера имеют соответственно. Итак, 5,5 минут до старта. Мужчин, средняя дистанция. Готовьтесь, пожалуйста.
So it's 5 minutes to start. Please proceed to clear and check SI cards procedure in advance. Так, как раз 5 минут у спортсменов для того, чтобы проверить, очистить свои так называемые чипы, которые как раз позволяют судьям контролировать правильность прохождения спортсменами контрольных пунктов, небольшие приборы, без которых современное спортивное ориентирование представить, пожалуй, уже невозможно. Да, были времена, когда для отметки использовались в том числе и цветные карандаши, потом были так называемые компостеры с разным набором иголочек, но это далеко, дела далеко минувших дней, сейчас уже 21 век на дворе, и спортивное ориентирование – одно из тех видов, которые этот 21 век в том числе пытается и опередить. Современные технологии, последние технологии буквально на каждом турнире внедряются, буквально каждый турнир становится более насыщен техническими новинками, ну и в частности мы с вами как раз следим при помощи приборов GPS, при помощи графики за тем, как спортсмены у нас перемещаются по дистанции. All athletes, get your position, please. So it's 3 minutes 20 seconds before we start for men. Please, all athletes, immediately take your position on the start line, because we should start giving your maps. So it's less than 3 minutes, it's almost 2 minutes to start. And all athletes should take their places on the start lines. Okay. Pay attention which card, which leg do you get in your map holders? It have to be the number one for your first map. So it's 1 minute and 26 and 20 seconds before we start. Don't look at map. One minute. Once again, pay attention to your map number. Thirty seconds before we start. Maps.
Старт! Эхе-хей, отправляем на дистанцию мужчин. Good race. Хорошие гонки, хорошие дистанции, чистого ориентирования. Второй старт мужчины у нас уже на дистанции. Я напоминаю, 40 минут это время, ожидаемое время победителя. Женщины находятся на дистанции уже больше 10 минут, а это значит, что в течение самого ближайшего времени, 5, может быть, 7 минут, мы будем ждать здесь уже появления на нашем смотровом видеоконтрольном пункте первых участниц. Еще раз рассказываю вам, зачем мы следим прежде всего. Мы следим за тем, кто первым, конечно же, выскальзывает из леса, потому что в формате масс-старта у нас спортсменки уходили на дистанцию, а это значит, что тот, кто у нас первым на смотровом контрольном пункте появляется, тот и является текущим номинальным на данный момент лидером. Два примерно равнозначных круга спортсменам и спортсменкам предстоит сегодня преодолеть. После первого круга огибают спортсмены и спортсменки здания, переворачивают карту. Вы, наверное, уже обратили внимание, что обращали мы внимание спортсменов на то, чтобы нужную карту спортсмены сначала положили перед собой, круг номер один. Соответственно, на обороте есть еще одна карта, есть еще одна часть дистанции. И, соответственно, здесь спортсменам нужно было не ошибиться для того, чтобы в верном порядке дистанцию преодолеть. Соответственно, после видеоконтрольного пункта спортсмены просто переворачивают карту и, соответственно, вторую часть дистанции преодолевают. После чего здесь еще небольшой кружочек у них остается, и спортсмены, и спортсменки, спортсменки прежде всего, потому что они стартовали раньше, у нас отправляются на финиш. Итак, 12 минут с момента старта девушек, и ждем появления лидеров на смотровом контрольном пункте. А сейчас пока следим за тем, как разворачивается борьба у нас по дистанции. Мы видим с вами не всех спортсменок, мы видим лидеров, которые уже оторвались. Примерно 5 спортсменок у нас в числе лидеров. Там Анна Улвенсен, Анастасия Неверова, судя по всему, Соня Морски. Здесь же немножко сложно разобрать, потому что очень-очень плотно идут девушки. 4 или 5 спортсменок у нас практически друг за другом плотные группы. И мы отметили, видели, что там эстонская ориентировщица Дейзи Кудре слегка приотстает, но тем не менее, по большому счету, в зоне видимости спортсменок находится, продолжает преследовать группу лидеров. Еще раз напоминаю, что далеко не один вариант у спортсменок на карте. Варианты разные. Где-то какой-то кусок дистанции девушки, а потом, соответственно, и мужчины проходят один и тот же. Ну а дальше на карте есть так называемый рассев, когда кто-то берет один контрольный пункт, кто-то берет другой контрольный пункт. И самое важное, внимательно следить, чтобы именно свои контрольные пункты спортсменки брали и спортсмены брали, соответственно, для того, чтобы дистанция была пройдена верно. Но если спортсмены замечают ошибку по ходу движения, они, конечно же, возвращаются, эту ошибку исправляют, но, конечно же, тратят на этом очень большое время. Но это примерно то же самое, что, не знаю, уйти на какую-то дополнительную петлю, если мы говорим о лыжах, о более привычных для кого-то, быть может, биатлоне. Просто спортсмены удлинят себе дистанцию, ничего страшного в лишнем контрольном пункте нет, кроме потраченного времени. So in approximately 6 minutes we expect the first women competitors at the video control point number 45 for today. And after they get to this point, they should exchange their cards and go back to the forest for the second lap. So, as you could see in GPS translation, we have a very, very tight group. All women leaders go in a row. So we expect many of them here. So leader now.
Мира Каскинен из Финляндии у нас лидирует. Ее стартовый номер сегодня 102. Здесь же видим номера 107, 108, 106. Здесь же это значит российские ориентировщицы у нас поблизости от лидеров. И мы видим, что сейчас как раз вот наглядно можно заметить, что расходятся. Часть спортсменок идет направо, а часть налево. И, соответственно, разные варианты. У них разные задачи поставлены. Кому-то необходимо взять 43-й, кому-то 53-й контрольный пункт. Ну а дальше у 52-го контрольного пункта, судя по всему, спортсменки вновь сойдутся в единый караван. И нам будет более наглядно понятно, кто же из девушек является лидером. Ну и пока еще раз отметим тех спортсменов, которые у нас в лидирующей группе присутствуют. Ну, прежде всего, это номер 101 Соня Морски, Анна Выборнова здесь же из России, Анастасия Неверова здесь же, по-моему, и Веронику Картылеву мы видели. Очень-очень плотная группа. The first competitor is coming to control point. It's beep number 102. Mira Kaskinen from Finland. And about 3 minutes, 3 seconds, sorry, number... А мы приветствуем здесь Вероника Картылева, Вероника Картылева from Russia. Второй номинальный номер пока текущий, вторая текущая позиция и третья текущая позиция. The fourth position for Moisenko Elizaveta and only the fourth position for... Anna Ulvalsen from Norway, and also bib number 101, Sonia Morski from Finland. Sonia Morski из Финляндии, Anna Ulvalsen здесь же еще одна спортсменка из России. Anastasia from Russia. Анастасия Неверова из России. Очень плотные группы девушки проходят. И отмечаем небольшое преимущество Миры Каскинен, текущего лидера. Мира Каскинен, которой есть что доказать на этом чемпионате мира. Дважды неудачно она финишировала, была снята, была второй сборной команде Финляндии, которой не удалось обыграть первую, пока она не все показала. И пока она текущий лидер на данный момент. Здесь еще одна спортсменка из сборной Выборного Анна from Russia. So as we could see, it's very, very excited and dynamic competition today. Approximately 6 athletes in less than 30 seconds. А мы приветствуем здесь на смотровом перегоне Наталью Игнатову, Россия. Эй-хей-хей! Наталья Игнатова, Россия, отправляется на второй круг. Поактивнее, у нас очень скоро мужчины будут проходить, примерно через 10 минут, уже даже меньше, 7-8 минут мы ждем появления здесь лидеров мужчин, но и пока можем следить за тем, как раз мужчины в преддверии выхода сюда к нам в зону видимости борются друг с другом. Все, внимание на экран, здесь мы видим еще, пожалуй, более плотную борьбу, чем мы наблюдали у девушек здесь. И Бернар Квейл, здесь Иван Повышев, здесь Александр Злобин. Две такие вот группы, на две группы разбились у нас атлеты. Одна убегает, но другая, соответственно, преследует. И пока разобраться, who is who, что называется, очень и очень непросто, потому что очень большая плотность между спортсменами. И сейчас мы как раз с вами будем наблюдать, как по разным вариантам у нас спортсмены расходятся. Вот видно очень наглядно, выбирают разный маршрут движения группы. И сейчас как раз вот при подходе к следующим уже контрольным пунктам нам станет ясно, кто же впереди, кто догоняет. So as for men competition, we also can see the tight gaps between, I would say, three groups of athletes. So we expect them less than in 10 minutes on the public control and video control. And after this control, we also change their maps to the maps on of the second web.
Что касается девушек, не сдался первый круг у Марии Петрушко из России. Здесь же Екатерина Найманова. Только-только девушки у нас отправляются на вторую часть дистанции, на второй круг. Очень сложное ориентирование, очень плотная сетка, так называемая. Сетка – это то, что при помощи специальной техники накатывают в лесу. То есть это далеко не дорожки, по которым мы привыкли с вами ходить. Все гораздо запутаннее. И вот среди вот этих как раз дорожек необходимо выбрать нужную спортсменам. Как видим, по тем отставаниям, которые у девушек сейчас есть, не всем это сделать удается одинаково четко и одинаково быстро. So we can see quite a big gap between Mira Kaskinen and Anna Ulvensen in women competition. Соня Морский, Вероника Картылева, Анастасия Неверова, они преследуют лидера вместе с Анной Ульвенсен и продолжают сохранять свои лидирующие позиции в женских соревнованиях Мира Каскинен из Финляндии. And please welcome Japanese competitor on the public control. Но сейчас нас GPS вновь ненадолго вернул на мужскую дистанцию. Видели, что опять же, вот эти вот две группы, которые образовались, когда мы в прошлый раз смотрели на GPS-трансляцию, они чуть-чуть начинают у нас разваливаться, чуть менее плотными они становятся. Отмечаем, что как раз Иван Повышев вне группы у нас идет, и здесь же, насколько я понимаю, Кевлени Сараева чуть-чуть от группы они отбились. Александр Злобин чуть-чуть также в стороне от группы, но, тем не менее, пока все очень и очень плотно. Вот двумя вариантами, правым и левым, спортсмены у нас движутся в сторону очередного контрольного пункта, и они развернулись в обратную сторону, и скоро мы увидим их здесь. So we can see two different big groups of men, but in the first one, Raivo Kivliskinen from Latvia is leading now. После того, как группы соединятся, станет более понятно, кто же является текущим лидером. Но еще раз подчеркнем, что Евленису Райво из Латвии удалось создать небольшой задел, как минимум над той группой участников, с которыми он идет одним вариантом. Видим здесь и Якубу Шкоду, здесь преследующего. So I think in less than 5 minutes we can see here near the start area the first competitors from men category. И не забываем, что когда мы видим мужчин, мы их подбадриваем. Не забывайте об этом. Мужчинам еще один круг бежать, и мы должны поднять им настроение, придать сил для продолжения этой борьбы. На самом деле, психологически довольно сложно, когда ты выезжаешь уже сюда, потом отправиться на вторую часть дистанции. Так что давайте их подбадривать и поддерживать, и внимательно следим за смотровым контрольным пунктом, его стартовый номер 45. И вновь девушки в центре внимания нашего режиссера трансляции. И мы опять видим Миру Каскинен в лидерах. И Анна Ульвенсен догоняет. И, судя по всему, удается ей немножко сократить отставание. Финская и норвежская ориентировщица по-прежнему борются друг с другом за текущую первую позицию. Ну а там целый ряд преследовательниц, в том числе и российских, не собираются сдаваться. И вновь у нас на экране борьба между мужчинами. И здесь все сложнее и сложнее понять. Мы видим, что спортсмены объединились уже в две. Из двух групп они объединились в одну. Это значит, что
в единый вариант они слились после такого так называемого небольшого рассева, и практически одновременно порядка 10 спортсменов у нас оказались на очередном контрольном пункте. As Mira Kaskinen from Finland and Anna Ulvensson from Norway leading the women category, we expect first man here on the public control in less than in 1 minute. Отмечаем наличие в лидирующей группе Станимира Беломажева. Сохраняет он боевой настрой по-прежнему, конечно же, но как-никак первый номер мирового рейтинга у нас здесь с вами на тульской земле выступает. Подтверждать свой статус, подтверждать свой класс спортсмену просто необходимо. Но и следом за ним не отпускают его и преследователи, которых порядка 10 человек. И в самое ближайшее время мы увидим их здесь, на смотровом контрольном пункте. И также, когда этого 10 минутами ранее, они отправятся на вторую петлю. И все внимание на пункте 5. Group is coming. It's Stanimir Belomazhev from Bulgaria. And two Finnish athletes, number 6... Yuri Usitala and number 12 Lina Inmatero from Finland. А я надеюсь, все оценили варианты, которые выбрал для себя Станимир Беломажев. And on the fourth position also Finnish athlete number 17 Sundelin Petter. Финские ориентировщики и Станимир Беломажев, лидеры этих соревнований. И вот группа преследователей здесь же выезжают из леса. So on the fifth position, number 8, Madsen Jørgen Haugen from Norway. Еще on the sixth position, number 4, Kotro Tuomas, Finland. Kotro Tuomas и Jørgen Haugen Madsen, спортсмены из Финляндии и Норвегии, на второй круг отправляются. И здесь же Юрий Юсетала. On the seventh position, Misa Tuomala, Finland. Eight and ninth position for Russian athletes. Приветствуем атлетов, которые отправляются на второй круг. Очередная группа участников здесь на видеоконтрольном пункте. Number two, beef number two for Yuri Zykov. It's only 10th place. And Raivo in the 11th place. Иван Куликов, номер 14. Приветствуем российского ориентировщика. Еще один непростой круг остается преодолеть мужчинам. Мы видели плотную борьбу, которая у нас разворачивается на дистанции. Прежде всего отмечаем отличное выступление, текущее выступление финских спортсменов. Станимир Беломажев, болгарин, двукратный чемпион нашего турнира, также в лидирующей группе. Преследуют их россияне, преследуют их чехи. Большая группа претендентов на самые высокие места. И примерно через 20 минут мы увидим спортсменов здесь вновь, уже, конечно же, меньше. Ну а что касается девушек, то очень скоро они также появятся вновь на смотровом контрольном пункте для того, чтобы уже отправиться на финиш. Приветствую мужчин, на второй круг они отправляются. Good race! Эхе-хей, давай. Второй круг остается преодолеть спортсменам, в том числе и российским ориентировщикам. Среди группы преследователей отмечаем и наших атлетов. И продолжаем наблюдать за пунктом под номером 45, где ждем девушек.
И все внимание вновь на GPS-трансляцию, где мы видим, что нет таких вот глобальных разрывов по-прежнему между девушками, но Мира Каскинен все-таки сейчас заходит еще на один контрольный пункт. Преследовательницы, здесь разные варианты, сложно сказать наверняка. Видите, Мира Каскинен, стартовый номер 102, с правой стороны движется на контрольный пункт, а Соня Морский и те девушки, которые едут за ней, слева. И, судя по всему, как раз правый вариант оказывается более выигрышным. Видите, контрольный пункт номер 50. Мира Каскинен как раз на его заезжает, а Соня Морски как раз только-только готовится завернуть на него. И дальше движутся уже в сторону финиша, уже ближе к нам движутся спортсменки. И ждем их появления на смотровом контрольном пункте в самое ближайшее время. Примерно на минуту GPS-трансляция отстает от реального времени. А это значит, что еще ближе, чем показывает нам сейчас графика, спортсменки от финиша находятся. И все внимание на смотровой контрольный пункт. Ждем прежде всего Миру Каскинен, спортсменку. Мы следим за смотровым контрольным пунктом, и по возможности хотелось бы еще увидеть борьбу мужчин, если есть возможность GPS-трансляцию показать. So we expecting Mira Kaskinen on the last public control before we finish. So we already see Mira Kaskinen from Finland on the public control, and it's a very, very close gap between her and Anna Ulvensen from Norway. So it will be perhaps be some. Hey, we're going to finish Anna Ulvensen and leader Mira Kaskinen. The gap is about 2 seconds, 2 or 3 seconds, and on the third position also. Is Sonja Morski. Sonja Morski from Finland on the third position, and the gap between her and Anna Ulvensen about 2 or 3 seconds as well. По предыдущим стартам мы помним, что финишная петля, да, очень короткая, но очень коварная. Ошибались здесь, в том числе и лидеры. Это значит, что все может измениться, но пока отмечаем, что Мира Каскинен лидирует. So, and after these three girls, we have a very, very big gap to the fourth position. And on the fourth position, Russian girl. Елизавета Моисеенко. Не сдаваться, Елизавета, впереди последняя петля. Все может измениться, но пока, конечно же, очертился главный круг претендентов, тройка сильнейших на победу в этой дистанции, в этой гонке. И мы ждем Миру Каскинен, Соню Морски и Анну Ульвинсон. Здесь уже на финишной прямой очень скоротечная дисциплина, очень скоротечная дистанция. И все внимание на финиш. So, just in 1 or 2 minutes, we expect in first girls on Mira. Kaskinen from Finland is coming to finish, and it is big gap from her to the Anna Ulvensen. Please welcome Mira Kaskinen, Finland. Уже второй раз Мира Каскинен скидывает руки. Главное, чтобы все было отлично. Пока она первая. И здесь же спортсменка, которая финиширует на второй and позиции. And the second position. Please welcome Anna Ulvensen, Norway.
Third position for Sonia Mersky from Finland. Итак, тройка сильнейших, тройка лидеров у нас уже финишировала. Мира Каскинен, Анна Улвинсон и Соня Морски. Поздравляем девушек, ждем окончательного вердикта судей. Ну и, конечно же, ждем на финише всех остальных спортсменок, среди которых есть и россиянки. Россиянки сегодня близко, россиянки сегодня высоко, но, скорее всего, вне медали. Будем надеяться, что у лидеров все будет в порядке с отметкой. So we have on the fourth position Анастасия Неверова from Russia. Елизавета Моисеенко, здесь же Россия, и здесь же спортсменка из Швеции Мария Бергстрём. Завершаются финишные разборки уже у девушек. Финишировала шестерка сильнейших, шестерка лидеров. Ну а мы не забываем, что у нас сейчас самое интересное, самое важное, самое зрелищное происходит в мужских соревнованиях. Примерно через 10 минут здесь мужчины на смотровом контрольном пункте появятся. Все было очень-очень плотно у нас. В те моменты, когда GPS-трансляция выводила нас на дистанцию, позволяла следить за ходом борьбы. И ждем сейчас еще раз графику для того, чтобы посмотреть, что там происходит в мужской части соревнований. Но пока еще раз поздравляем Миру Каскинен из Финляндии с лидерством пока на данный момент. И вот, пожалуйста, все внимание на экран Станимира Беломажев, его... Кружочек сегодня такой вот красный, именно он у нас лидирует, именно он у нас первым подходит к очередному контрольному пункту, и мы отмечаем, что спортсмены растянулись. Помним, что буквально несколько минут назад очень плотными группами у нас спортсмены шли, две плотные группы было, и сейчас, конечно, видно, что и подустали некоторые спортсмены и начинают отваливаться, но Станимир Беломажев... Здесь же у нас спортсмен под номером 12, ориентировщик из Финляндии Тера Линенмай. У него третья пока текущая позиция. Появляются небольшие просветы, но тем не менее, как и в женских соревнованиях, на данный момент по-прежнему ничего не ясно. Мы можем отметить имена лидеров, но и ждать, как же будет разворачиваться борьба в дальнейшем, потому что есть еще некоторые... Быть может, вариант рассева у кого-то остался более короткий, у кого-то более длинный вариант, что тоже может сыграть ключевую роль. И следим за смотровым контрольным пунктом и за графикой. Вот Станимир Беломажев, красный кружочек, его очень хорошо видно. И сейчас посмотрим, судя по всему, один вариант. Сейчас остается, по крайней мере, в одном направлении. Все спортсмены у нас уходят дальше. Юрий Юситало, стартовый номер 6. Идут они, получается, параллельным все-таки курсом у нас спортсмены. И... So we have about three leaders in men category. Станимир Беломажев, Эро Лининма and... Tuomas Kotro from Finland. Sorry, Jussitava Yuri from Finland. Еще один спортсмен из Финляндии идет на текущей четвертой позиции. Вы посмотрите, как раз на графике все очень хорошо видно. Вот расходятся у нас спортсмены и разные варианты движения. Выбираем стартовый номер 17 у Петра Сандалина. Он как раз левым вариантом пошел, тогда как основная группа спортсменов, претендующие на высокие места, справа. Нужно спортсменам оценить и длину варианта. Нужно оценить... качество дорожек, трасс, по которым они проходят. Мы видим сейчас, Петр Сандалин будет спускаться вниз. Там, может быть, не очень удобно будет подниматься вверх. И, конечно, Петр на этом чуть-чуть проигрывает. Видите, замедлилась скорость, замедлилась
скорость движения в данном случае у кружка, который мы видим, это значит, что из глубокого оврага вверх Петеру приходится вылезать, и, конечно же, драгоценные секунды он на этом теряет. Итак, у нас три лидера, два финских ориентировщика, Юрий Юситала и Тера Линенмя и Станимир Беломажев, текущие лидеры наших мужских соревнований, появление которых мы ожидаем здесь уже на смотровом контрольном пункте. И, судя по всему, Станимир Беломажев, это его красный комбинезон, вдалеке появляется, могу ошибаться, но... Нет, не он, это кто-то еще у нас в похожих цветах. Очень хочется увидеть лидеров уже здесь, и, судя по графике, приближаются уже к зоне финиша, к смотровому контрольному пункту во второй раз наши атлеты. So all attention to our public control here at the start area. Да, пока к 41-му контрольному пункту у нас спортсмены движутся. Станир Беломажев лидирует. И вот как раз Петер Сандален, также который с левой стороны у нас на контрольный пункт заходил, сейчас тоже к пункту под номером 41 приближается. Томас Коттер здесь же в группе преследователей, но, к сожалению, уже довольно большие отставания. На последней части дистанции очень-очень непросто преследователям будет отставание отыграть. И вот он как раз красный комбинезон, который смутил нас недавно. Мария Петрушко финиширует. Сборная команда России. Мария с финишем, с завершением чемпионата. Быть может, не все удалось, но тем не менее мы видели, как россияне боролись, как россияне и россиянки старались. С дебютом вас на чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Что ж, следим дальше за тем, как разворачивается борьба. И мы видим, опять же, часть спортсменов идет правым вариантом, часть левым. В частности, Станимир Беломажев справа идет, Юрий Юситала и его товарищ по команде Тера Линенмя слева. Два финских ориентировщика и один спортсмен из Болгарии движутся постепенно, все ближе к нам. Завершается для них уже дистанция, но несколько таких непростых и коварных пунктов на их пути еще осталось, и мы сейчас с вами сможем оценить, чей вариант в данном случае оказался более верным. So, Stanimir Beломажев approaching our public control just in 100 meters, less, even less. And the gap between him and the second one is about 3 seconds. Stanimir Beломажев. Stanimir Beломажев, лидер наших соревнований. Здесь же преследователи. On the second position, Yuri Yusitala from Finland. On the third position, Tero Linenma from Finland also. Все те же, все там же. У нас та же тройка сильнейших, что мы видели в предыдущие минуты. У нас борется за победу здесь и главный претендент Станимир Беломажев. И здесь же Юрий Юситала, спортсмен из Финляндии, преследует его, буквально на пятках сидит. И мчится тройка сильнейших, тройка лидеров уже к финишу. We can see that the gaps are quite similar to women.
So we are expecting Stanimir Belomazov to be the first on the finish line. Мы ждем тройку лидеров, и следом за ним еще плотная группа из шести спортсменов. Из шести спортсменов умчалась уже на заключительный небольшой круг для того, чтобы появиться на финише. Но, скорее всего, уже после Юрия Юситала, Станимира Беломажева и Тера Линденмяе. Лидеров, текущих лидеров наших соревнований, которым остались считанные метры до завершения дистанции. Stanimir Belomazov approaching the finish line, and that's the last control for him. And we are waiting him here at the finish line. Stanimir Belomazov преодолевает последние метры. Please welcome Stanimir Belomazov, Bulgaria. Будем надеяться, что все будет отлично, и Станимир Беломажев станет трехкратным чемпионом. And on the second position, Юрий Юситала, Финланд. И приветствуем Тера Линденмяе, Финляндия. Тера Линденмяе from the 12th position up to the 3rd place today. Но мы уже видели, как что Терра любит контактные гонки. Здорово поднялся он в гонке преследования после неудачно проведенного спринта. Поздравляем Терру. And fourth place for BIP number 4, Tuomas Kotro, Finland. And fifth place for Russian Шалин Сергей. Сергея Шалина приветствуем на финише. Здесь же Йорген Хоген Мэтслен, это Норвегия. Приветствуем Петра Сандалина, Финляндия. And also Raivo Kivlenikis from Latvia. Please welcome our Japanese guest, number 123. И вновь внимание на финиш, очередной финиш Нацуми у нас. Шиманоки. Мы приветствуем Юрия Языкова. And Юрий Языков from Belarus. Якуб Шкода, Чехия. И здесь же еще один спортсмен из Финляндии, Юха Мартикайнен. Зрелищная гонка, динамичная гонка, интереснейшая гонка. Очень многое решилось на последних километрах этой средней дистанции. Не все выбрали верные варианты, но сильнейшие, как обычно, сильнейшие победили. И поздравляем Станимира Беломажева, Юрия Юситалу, Тера Линденмяе с отлично проведенной гонкой. Ждем вердикта судей для окончательного утверждения результатов. Но пока с завершением соревнований поздравляем Ивана Куликова, Россия, и швейцарского ориентировщика Сендра Трутман. На финише Александр Злобин. So here you can see result list for today. Станимир Беломажев on the first position. Еще раз отмечу, что результаты предварительные. Ждем окончательного решения от судей. Для того, чтобы поздравлять победителей, призеров и подвести окончательные итоги нашей гонки и всего чемпионата. Thank you.
Bjørn Elkveil, Норвегия. Всех спортсменов поздравляем с завершением гонки, с завершением непростого чемпионата. И ждем окончательного утвержденного уже... утвержденного судьями результата. И еще раз вспоминаем первую часть наших соревнований. Женские соревнования Мира Каскинен, Анна Уллинсон и Соня Морски. Так выглядит тройка сильнейших. И возвращают режиссеры нас к тому, что было буквально 40-50 минут назад. К стартам. Мы видим, как все начиналось. Но сейчас уже известны чемпионы, сейчас уже известны призеры. И мы с вами готовимся к церемонии награждения и к церемонии закрытия соревнований. 5 дней, 4 интереснейшие гонки подошли к концу. Уже в ближайшее время, к большому нашему сожалению, будем подводить итоги. Интересный чемпионат получился. Часто бывает, что первый блин выходит комом, но сейчас было иначе. Удался со всех точек зрения этот чемпионат. Осталось наградить в четвертый раз чемпионов и призеров. Но уже сейчас можно подводить такие вот предварительные итоги, отметить успешные выступления финских, норвежских спортсменов. Здесь, быть может, не такое успешное, как нам хотелось бы, выступление российских ориентировщиков. Ну и, конечно же, нельзя не сказать еще несколько слов о трехкратном чемпионе нашего турнира, Станимире Беломажеве, спортсмене, который лишь в смешанной эстафете остался без награды, а все остальные три гонки спринта, преследования и сегодняшний масс-старта Станимир выиграл. Станимир Беломажев, трехкратный чемпион первого турнира, первого чемпионата мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах. Готовится вновь сегодня подняться на пьедестал почета. Ну и, конечно же, еще хочется поздравить Миру Каскинен, финскую ориентировщицу, которая смогла сегодня выиграть. Была она дисквалифицирована по итогам гонки преследования. Сегодня она все-таки поднимется на верхнюю ступень пьедестала почета. So, and now we have checked punching from our leaders, and now we can say that Stanimir Beomaje from Bulgaria won today the mass start.
Юрий Юситала from Finland on the second position, and Tera Linenma also from Finland take bronze. As for women, Mira Kaskinen is a new world champion here in Alexin in mass start competition. Anna Ulvinson took silver medal, and Sonja Mersky from Finland bronze medal. So we remind you that prize giving ceremony will be organized at 12:30, so it's 35 minutes to starting our prize giving and our closing ceremony as well.
Уважаемые зрители, в 12:30 состоится официальная церемония награждения, церемония закрытия наших соревнований. И сейчас внимание Сергею Шалину и представителю российской команды. Не считал спортсмен чип, не сдал его на финише. Сергей Шалин или представитель российской команды к судьям. Подойдите, пожалуйста, спортсмен чип не считал. Проверили здесь всю отметку, за исключением Сергея Шалина. Судьи, есть у нас, к сожалению, две дисквалифицированные спортсменки. Анастасия Неверова из сборной команды России, Екатерина Нейманова из Чехии. Их результаты в официальных протоколах, официальных результатов мы, конечно же, уже не увидим. Но все остальное, главное, в стане лидеров, все в порядке. Это значит, что примерно через 30 минут мы будем поздравлять победителей, призеров. Шестерка сильнейших осталась без изменений. Станимир Беломажев становится трехкратным чемпионом турнира. Юрий Юситало выигрывает серебряную награду. Тера Линенмяе становится бронзовым призером старта. А мы на финише приветствуем, продолжаем приветствовать участников и участниц. Финиширует у нас спортсменка из сборной команды Финляндии и Словакии, прошу прощения, Даса Михайлова. Завершается и для нее чемпионат. Все меньше и меньше спортсменов на дистанции остается. Но мы продолжаем называть результаты лучших, сильнейших, тех, кого будем награждать 12:30. Томас Котра – это четвертый результат, еще один спортсмен из Финляндии. Таким образом, места со второго по четвертое финны у нас занимают. Сергей Шалин пока находится на пятой позиции. Еще раз большая просьба к Сергею Шалину и к российским представителям принести чип для того, чтобы проверить, мы могли результат Сергея. Итак, Сергей Шалин, пожалуйста, чип судьям принесите, пожалуйста. Йорген Хоген Меслин сейчас занимает шестую позицию, спортсмен из Норвегии. Что касается женщин, поздравляем с огромным удовольствием Миру Каскинен из Финляндии. Она первая. Анна Улмансон заняла вторую позицию, спортсменка из Норвегии. Вчерашняя чемпионка вместе в дуэте вместе с Йоргеном Хогеном Меслином. Соня Морски финишировала третьей, представительница Финляндии, Елизавета Моисеенко. А четвертая – это Россия, Эмма Мария Бергстрём, Швеция. Пятый результат на финише – Эвели Касику, Эстония. Шестая позиция в итоговом протоколе по итогам масс-старта. Мы готовимся к официальной церемонии закрытия, мы готовимся к церемонии награждения спортсменов. Церемония состоится через полчаса, даже уже чуть меньше. Ждем вас здесь, в центре соревнований, через это время.
Отжать парочку. Ребят, вы слышите? Понятно,
Дорогие друзья, мы завершаем подготовку к церемониям, заключительным церемониям нашего большого спортивного праздника, нашего большого чемпионата. Впереди цветочная церемония, церемония награждения по итогам заключительной дисциплины, по итогам масс-старта, ну и, конечно же, закрытие, торжественная церемония закрытия наших соревнований первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Мы приглашаем болельщиков занимать места на трибунах и просим спортсменов проходить ближе сюда, к зоне награждения. Dear sportsmen, we invite you to come here for the flower ceremony and prize giving ceremony.
So we invite sportsmen to the flower and prize giving ceremonies. Dear sportsmen, please come here. Да, там Сашка, вон она стоит, вот в ней. Не надо, это не потом официальный. So due to anti-doping control procedure, we should delay our flowers giving ceremony approximately 15 minutes. А вот если легко, можно. Ну хорошо, мы тогда будем справа. Миша, может здесь вообще отгородить как-то? Гибридами отгородить красными. Церемония награждения чуть задержится. Я уже объяснил. Они куда уйдут? Ждем начала церемонии награждения, ждем спортсменов, которые сейчас проходят процедуры сдачи проб антидопинговой лаборатории. Работают здесь, как и на всех крупнейших соревнованиях, антидопинговые комиссары. Поэтому 10-15 минут до начала церемонии награждения у нас еще есть, далеко не расходимся.
Once again, please excuse us for a little delay, because we should finish our anti-doping procedure.
Ждем спортсменов, которые проходят процедуру сдачи анализов допинг-офицерам. Здесь мы, как только спортсмены здесь окажутся, сразу же начнем церемонию закрытия, церемонию награждения и цветочную церемонию, с которой мы как раз и начнем. So in some minutes we will start a flower giving ceremony, prize giving ceremony and closing ceremony of our competition. Please wait some minutes. Мы приглашаем уже сюда спортсменов, которые допинг не сдают. We invite our sportsmen for our ceremonies. И продолжаемся к церемониям готовиться. Ну а пока я напомню, кого мы сегодня с вами будем награждать. Сегодня четвертый и заключительный день наших соревнований. Сегодня был масс-старт. Будем награждать шестерку сильнейших цветами, ну и тройку сильнейших, соответственно, медалями. Эта церемония чуть позже состоится. Мира Каскинен, спортсменка из Финляндии, выиграла сегодняшний масс-старт. Анна Улвенсен, Норвегия, заняла второе место. Соня Морский была третьей. Елизавета Моисеенко финишировала четвертой. Эмма Мария Бергстрём, Швеция, заняла пятое место. И Эвели Касику, Эстония, финишировала шестой. Что касается мужской части соревнований, поздравляем в третий раз уже с победой Станимира Беломажева из Болгарии. Юрий Юситало сегодня финишировал вторым, это Финляндия. Два его товарища по команде, Тера Ленинмя и Тумас Котра, финишировали третьим и четвертым, соответственно. Сергей Шалин, россиянин, занял пятую позицию. Йорген Хоген Мэтслен, это Норвегия, финишировал шестым. Ждем спортсменов здесь. Часть спортсменов уже готова к церемонии награждения. Готовы официальные лица, которые будут проводить церемонию награждения, церемонию закрытия соревнований. Ну и часть атлетов пока еще проходит процедуру сдачи допинг-тестов. И ждем их здесь в самое ближайшее время для того, чтобы начать церемонии.
готовы начинать наши церемонии, церемонии награждения, цветочную церемонию, церемонию закрытия первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Первое мероприятие, первая церемония в нашей программе – это цветочная церемония по итогам масс-старта. Я прошу приготовиться к этой церемонии Станимира Беломажева, Юрия Юситала, Тера Лилинмяя, Тумас Котро, Сергей Шарин и Йорген Хёген Мацлин. Это мужчины. Мира Каскинен, Анна Улленсен, Соня Морский, Елизавета Моисеенко, Эмма Мария Бергстрём и Эвали Касику. Женщины. Dear friends, we are going to start our ceremonies for today, and the first ceremony will be the flower ceremony. So please be ready. First of all, girls, Каску Эвели, Эмма Мария Бергстрём, Елизавета Моисеенко, Соня Морскую, Анна Ульвинсен, Мира Каскинен. And right now, the men. So, Madeline Jorgen Haugen, Шалин Сергей, Котро Томас, Линайн Матеро, Уситала Юри, Беломажев Станимир. We are starting very shortly. Для проведения цветочной церемонии награждения мы приглашаем пройти сюда официальных лиц. Церемонию награждения проводят заместитель председателя организационного комитета, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Викторовна Левина. And we are inviting the officials to come here to hold the flower ceremony. The flower ceremony is held by the vice chairperson of the organizing committee, the deputy chief of Tula government of Tula region, Marina Levina. Мы приглашаем для церемонии награждения представителя контрольной комиссии ФИСУ Дмитрия Алексеевича Киселева. And we invite Dmitry Kiselyov, the representative of FISU CIC Commission, to come here to hold this ceremony. И приглашаем вице-президента Федерации спортивного ориентирования России Александра Юрьевича Близневского. And we invite here the vice president of the Russian Orienteering Federation, Александр Близневский. И, конечно же, приглашаем проходить все ближе сюда спортсмена, которые попали в шестерку сильнейших по итогам масс-старта. And we invite the athletes for the flower ceremony. Please proceed here. Начинаем с девушек с шестого места. So we'll start with the girls, with the women, and we're starting from the sixth position. За шестое место в масс-старте награждается Эвели Касику, Эстония. For the sixth position in mass start, Эвели Касику, Эстония. Церемонию награждения проводит Александр Юрьевич Близневский, вице-президент Федерации спортивного ориентирования России. The ceremony is held by Александр Близневский, the vice president of Russian Orienteering Federation. Пятое место, Эмма Мария Бергстрём, Швеция. The fifth place, Эмма Мария Бергстрём, Sweden. Церемонию награждения проводит представитель контрольной комиссии ФИСУ Дмитрий Алексеевич Киселев. This ceremony is held by Дмитрий Киселев, CIC member. Четвертое место в масс-старте заняла спортсменка из России Елизавета Моисеенко. And the fourth place in mass start women is for Елизавета Моисеенко, the Russian Federation. Церемонию награждения проводит заместитель председателя правительства Тульской области Марина Викторовна Левина. The ceremony is held by Marina Levina, the deputy chief of Tula government. Бронзовый призер сегодняшних соревнований – Соня Морский, Финляндия. And the bronze medalist of our today's competition is Sonia Morsky, Finland. Александр Юрьевич Близневский проводит церемонию награждения. Александр Близневский is holding this ceremony. Второе место. Серебряный призер масс-старта Анна Улвинсен, Норвегия.
The second place and the silver medalist of women's mass start is Anna Ulvensson, Norway. Дмитрий Алексеевич Киселев, представитель контрольной комиссии ФИСУ, проводит церемонию награждения. Дмитрий Киселев, CIC member, is held in the ceremony. И первое место победительница масс-старта Мира Каскинен, Финляндия. And the first place in mass start discipline, the World University champion is Mira Kaskinen, Finland. Церемонию награждения проводит Марина Викторовна Левина, заместитель председателя правительства Тульской области, заместитель председателя организационного комитета. This ceremony is held by Marina Levina, the deputy chief of Tula government and the vice chairperson of the organizing committee. И сейчас памятная фотография. Просим всех стать рядом для церемонии фотографирования. And right now, some time for a photo shoot. Please come closer to the winners and the prize winners for the photo to be taken. Цветочная церемония по итогам заключительного вида соревнований чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов масс-старта. So the flower ceremony for mass start middle distance discipline. Спасибо огромное девушкам. Тройку сильнейших мы еще увидим во время официальной церемонии награждения. А сейчас переходим к цветочной церемонии награждения мужчин. Thank you so much, ladies. And we will see the three winners and prize winners a little bit later. And right now we are moving with the men's mass start ceremony. Мужской масс-старт. Шестое место. Йорген Хоген Мэтслен, Норвегия. Man's best start, the sixth position is Jørgen Hauden Metzlin, Norway. Александр Юрьевич Близневский награждает спортсмена, который занял в наших соревнованиях шестое место. Alexander Blisnevsky is holding the ceremony for the person who took the sixth position. Пятое место. Сергей Шалин, Россия. The fifth position. Сергей Шалин, the Russian Federation. Церемонию награждения проводит Дмитрий Алексеевич Киселев, представитель контрольной комиссии ФИСУ. The ceremony is held by Дмитрий Киселев, the CSC member. Четвертое место. Финляндия, Томас Котро. And the fourth place is for Finland, Томас Котро. Приветствуем Томаса. Let's greet the athlete. Церемонию награждения проводит Марина Викторовна Левина, заместитель председателя правительства Тульской области. This ceremony is held by Marina Levina, the deputy chief of Tula government. Третье место. Бронзовый призер масс-старта. Тера Линенме, Финляндия. The third place and the bronze medalist in mass start is Tero Linenme, Finland. Цветы вручает Александр Юрьевич Близневский. The flowers are given by Alexander Blisnevsky. Второе место и серебряный призер наших сегодняшних соревнований Юрий Юситало, Финляндия. The second place and the silver medalist of our today's competition is Юрий Юситало, Finland. Представитель контрольной комиссии ФИСУ Дмитрий Алексеевич Киселев проводит церемонию награждения спортсмена цветами. Дмитрий Киселев, CIC member, is presenting the flowers. И чемпион, теперь уже трехкратный чемпион нашего турнира Станимир Беломажев, Болгария. And this three-time champion, World University champion of our championship. Станимир Беломажев, the first place and the gold medal. Заместитель председателя организационного комитета, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Викторовна Левина проводит церемонию награждения. The vice chairperson of the organizing committee, the deputy chief of Tula government, is holding the ceremony. Марина Левина. Поздравляем спортсменов и приглашаем всех для церемонии фотографирования.
We greet the athletes, we congratulate them on their victory, and please some time for photos being taken right now. Еще раз с удовольствием называю фамилии тех, кто стоит перед вами. Станимир Беломажев, Болгария. Юрий Юситало, Финляндия. Тера Линенмяя, Финляндия. Тумас Котро, Финляндия. Сергей Шалин, Россия. Йорген Хоген Мецлен, Норвегия. And let's say a few words about the surnames and the names of the winners once again. Станимир Беломажев, Bulgaria. Юрий Уситало, Finland. Тера Линенмяя, Finland. Тумас Котро, Finland. Сергей Шалин, the Russian Federation. Jørgen Haugen Metzlin, Norway. Огромное спасибо атлетам. Тройку сильнейших мы с вами еще увидим на пьедестале почета во время официальной церемонии награждения, которая состоится сразу после того, как мы поприветствуем здесь на пьедестале сильнейших девушек. Thank you very much for the athletes, and we'll see the strongest three athletes a little bit later during the medal ceremony here. Итак, церемония награждения по итогам масс-старта первого чемпионата мира по спортивному ориентированию среди студентов на лыжах. Женщины. So we start the medal ceremony in discipline women's mass start. So women. Третье место. Бронзовый призер масс-старта. Соня Морски, Финляндия. The third place and the bronze medalist of mass start is Sonia Morsky, Finland. Медаль призерам вручает Марина Викторовна Левина, и грамоты, дипломы вручать будет Дмитрий Алексеевич Киселев. The medal is given by Marina Levina, the vice chairperson of the organizing committee, and the diploma is given by Dmitry Kiselyov, CIC member. Sonia Morsky, Финляндия, третье место. Sonia Morsky, Finland, the third position. Второе место, серебряный призер Анна Ульвенса, Норвегия. The second place and the silver medalist is Anna Ulvensson, Norway. Hey! Поздравляем Анну с этим серебром. Накануне у нее было золото в смешанной эстафете, и выиграла здесь Анна гонку преследования. We congratulate Anna on this medal, and yesterday, you remember, she had the gold medal yesterday, and previously she had and one more gold medal in pursuit. Ну а сегодня, в сегодняшнем масс-старте, золотая медаль у представительницы Финляндии Миры Каскинен. And in today's mass start, the gold medal goes to Mira Kaskinen, Finland. Была неудача у Мира здесь на чемпионате. Однажды она финишировала уже первой, но была дисквалифицирована. И сейчас эта золотая медаль абсолютно заслужена. Mira had some failures during this competition, so she was disqualified, we know about that. But this gold medal is really today for her, and she deserves it absolutely. Звучит гимн ФИСУ. Ladies and gentlemen, the ФИСУ anthem. Мира Каскинен, Анна Ульвенсен и Соня Морски. Еще раз поздравляем девушек с этими медалями, с успешным завершением чемпионата. Let's congratulate the girls on these medals once again. Мира Каскинен, Анна Ульвенсен, Соня Морски.
Спасибо огромное, девушка. Мы переходим к церемонии награждения мужчин. Thank you so much for the girls, and we'll proceed with men's mascot medal ceremony. Третье место, бронзовая медаль, Тера Лиденмяе, Финляндия. The third place and the bronze medalist is Tero Linnanmaa, Finland. Медали спортсмена вручает заместитель председателя Организационного комитета, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Викторовна Левина. The medals for the athletes are given by Marina Levina, the vice chairperson of the organizing committee and the deputy chief of Tula government. Дипломами призеров награждает представитель контрольной комиссии ФИСУ Дмитрий Алексеевич Киселев. And the diplomas are given by Dmitry Kiselev, CIC member. Второе место. Серебряная медаль Мастарта Юрий Юситало, Финляндия. The second place and the silver medalist of Mastart is Юрий Юситало, Finland. Первое место. Золото у Станимира Беломажева, Болгария. The first place and the gold medalist is Станимир Беломажев, Bulgaria. Трехкратный чемпион нашего турнира здесь, в Алексине, Станимир Беломажев. Three-time champion of our competitions here in Alexin, Станимир Беломажев. Станимир подтвердил свой статус мирового лидера здесь, на Тульской земле. And Станимир proved to be a world leader here in Tula region. Звучит гимн ФИСУ. Ladies and gentlemen, the Thisu anthem. И еще раз поздравляем чемпиона Станимира Беломажева и призеров Юрия Юситало и Тера Линенмяе. We congratulate once again our winner and our prize winners on their victory. Станимир Беломажев, the gold medalist, Юрий Юситало, the silver medalist, and Тера Линенмяе, the bronze medalist. И буквально минутная пауза для того, чтобы сюда, в центр наших соревнований, смогли выйти все участники. Мы готовимся к параду закрытия наших соревнований. Ladies and gentlemen, very soon, a couple of minutes, the parade of national teams and flags will be starting. И большая просьба к спортсменам пройти к зоне построения парада. And we are... Thank you.